мои сокурсники просто были поражены. Говорят, простите, извините, от пластмассы мы дома поедим. И Беларусь не пошла по пути удешевления в ущерб качеству. У нас остался контроль качества продукции на государственном уровне. Это очень важно. Согласитесь, когда говорят белорусское качество, ведь это уже не только о продуктах питания, о косметике, об одежде. Это уже фактически бренд. Нашу продукцию начинают подделывать. И вам не кажется, что мы себя как-то недооцениваем? А я бы не был столь категоричен. То, что мы производим, качество нашей продукции, это говорит о состоянии души белорусов. Качество затрагивает все сферы жизнедеятельности. Так что же такое качество жизни? Наверное, здоровье надо вынести на первое. Каковы риски? Мы сегодня очень мало едим фруктов и овощей. Мы чуть приговор сахарной промышленности не вынесли, да? Мы сахар будем на экспорт поставлять. На экспорт, да. А при этом на экспорт традиционно выгоднее. Здесь вот огромную роль играют как раз-таки посты. Да, православные посты. Вот я думаю, да, вот, наверное, работник медицины со мной согласится. Точек роста я хочу сказать, что у нас достаточно. И можно развиваться в любой сфере и добиваться. Как вы считаете, есть ли у нас какие-то слабые места?